Понимаешь, тебе надо было с мамой иначе делиться. Как же? Понимаешь, меня с квартирой взял бы себе, а машину дал маме. С проблемой, как делить ребенка, сталкиваются многие родители, решившиеся на развод. С кем будет проживать чадо, как будет участвовать в воспитании каждый родитель, как будут организованы встречи. Вопросов возникает немало. Самое печальное, что развод родителей часто становится шоком для ребенка. Родители в процессе развода и негативных отношений друг с другом, как взрослых людей, пытаются использовать ребенка как инструмент либо материальных каких-то выгод, либо каких-то эмоциональных нагрузок на другую половину распавшегося или распадающего брака. Страдает в итоге несовершеннолетний. Семейная медиация – то, что поможет родителям договориться и выстроить отношения после развода. Требовать не сухого исполнения судебного акта сразу, если им поступает такое заявление от взыскателя, а с ходатайством о привлечении к ответственности бывшего супруга или супругу, а за то, что она не предоставляет возможность общаться с ребенком в назначенное время. А может быть, предложить сначала, и пристав имеет это, на это право и полномочия, обязать сторону явиться к медиатору. Разводы случаются часто. Чтобы помочь ребенку легче перенести этот период, важно прислушаться к его чувствам и желаниям. Медиатор – последняя возможность мирно договориться двум сторонам. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».